Всем привет! В Кракове зима, мороз, снег. Дети лепят вон болванов. Это снеговик такой по-польски. Сегодня мы отправили наших квартирантов, которые жили с нами 2 недели почти, в Минск. Это моя сестра и ее сын Максимилиан. Вот такой вот болван. Ты порушила этот поводком. Собачка была. Ну, надо голову просто назад поставить. Ну, ставь как-нибудь. Тут мне уже не важно. Вот так надо. Ну, ставь. Вот, починили, можем сказать. Что у нас еще из новостей? 4 января, если кто-то помнит, я должен был пойти подаваться на карту. Оба это подумал, что у нас девчонка какая-то лазит на кухне. Даша, думаю. Вот. Это у нас 14 декабря закончились визы у Светки и у Даши. И мы подавались на карты. И тогда мне сказали, что мне можно на 4 января, а остальным типа до свидос. Вот. Поэтому отсюда взялась цифра 4 января. Вот. А как только получили Света и Даша визы, я записал их на 1 марта. Вот. Контора, которая помогала мне со всем этим документами. Вот. Я с ними связался, к счастью своему, 3 числа. Сказал, что я вот иду сам 4-го. То, что мне было назначено на 6 февраля. Вот. Пришел там такой негр, мулат Майкл. Вот, и переписал на 1 число. 1 марта мы идем все вместе. Вот. Все документы они сами все сделают, чтобы мы не парились. Так что вот такие вот у нас новости. Идем, гуляем. Елку покажи. Какую? Вот эту? Елка. Наша елка там. Вот. Что-то хотела сказать и забыл. А, ну здесь сегодня так же, как и в Минске, холодно очень ночью. Минус 11 градусов. Кто-то выкидывает мусор. Наташка Тоболина, привет. Тоболина, привет. Маргариточка, привет. Что Вика они? С Максом, привет. Вика с Максом выйдет это видео только в Беларуси. Часов через 10. И то, если спать не будут. Резкость пропала. Машина стоит наша. Пропала резкость. Ладно, все. Вот снег сыпет. Снег идет здесь, наверное, с пятницы. Или четверга? Четверга, наверное. Ну, его не так много и насыпало. По большому счету. На следующей неделе здесь будет плюсовая температура. Я так подозреваю, что потихоньку будет таять. Посмотрим. Ладно, все, всем пока.